Компьютерный корпус Cooler Master HAF-700EVO представляет собой крупногабаритное решение башенного типа, предназначенное для напольного или настольного размещения. Корпус рассчитан на установку полноразмерных системных плат длиной до 330 мм, стандартного блока питания ATX длиной до 200 мм, а также видеокарт длиной до 490 мм. Системная плата тут располагается привычным образом. А вот блок питания находится хоть и в нижней части корпуса, но установлен за основанием для системной платы вертикально. Внутренний объем корпуса разделен основанием для системной платы. Таким образом, с его обратной стороны выделено место, в котором размещены посадочные места для накопителей, блока питания и достаточно большое место для проводов. Накопители тут устанавливаются как на быстросъемные монтажные пластины, где они фиксируются при помощи резиновых втулок и винтов с цилиндрической головкой, так и в поворотную корзину, где они фиксируются посредством пластиковых рамок. Много внимания уделено удобству установки накопителей. Монтажные пластины имеют удобные поворотные фиксаторы, а корзина – пластинчатую защелку, которыми можно манипулировать без применения инструментов. В корпусе предусмотрен ряд мер для улучшения визуального восприятия собранной системы. Сюда можно отнести переставляемый зеркальный экран, который может располагаться как на нижней поворотной рамке для вентиляторов, так и в передней части корпуса. Также нужно отметить панель, которая прикрывает отсек для укладки проводов, делая внешний вид собранной системы более законченным. На этой панели также имеются места для накопителей. В корпусе предусмотрено 5 мест для установки радиаторов систем жидкостного охлаждения. Есть возможность устанавливать радиаторы длиной 480 и 420 мм, а также большое количество вентиляторов. Для управления в корпусе предусмотрен хаб, транслирующий сигнал ШИМ с одного из разъемов системной платы на подключенные вентиляторы. Укомплектован корпус 5 вентиляторами. Спереди установлены два вентилятора типа размера 200 мм. Сзади два вентилятора типа размера 120 мм. Еще один такой же вентилятор размещен на днище корпуса в качестве нагнетающего. В корпусе реализована разветвленная система подсветки на базе штатного контроллера с программным управлением при помощи программного обеспечения Cooler Master. В качестве источников света в корпусе установлены три вентилятора с ARGB-подсветкой, блок светодиодов в передней панели, которые излучают через оригинальный световод. Отдельного упоминания заслуживает встроенный ЖК-дисплей, который умеет отображать различные параметры функционирующего системного блока и выводить видеозаставку. Компьютерный корпус Cooler Master HAF-700EVO представляет собой оригинальный продукт не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения конструкции отдельных элементов, а также широких возможностей размещения компонентов системного блока, в том числе и различных по конфигурации систем жидкостного или воздушного охлаждения.